За прошедшие 10 месяцев текущего года в Ангарском округе произошло 137 техногенных пожаров. Ущерб превысил 8 миллионов рублей. В огне погибло 4 человека. Еще 8 получили ожоги. Всплеск возгораний случился в октябре. Их львиная доля пришлась на частный сектор, гаражные кооперативы и садоводство. Причинами пожаров, тех пожаров, которые произошли у нас в период октября, а их было 22 пожара, на которых погибло 3 человека, травмирования допущено не было. Значит, причинами послужило это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и также применение электронагревательных приборов, в том числе кустарного изготовления и оставленные без присмотра. Ну и также нарушение правил пожарной безопасности при курении. С 3 ноября пожарная охрана перешла на режим повышенной готовности, а это значит, что в этот период будут проводиться профилактические мероприятия по предотвращению возгораний. За минувшие дни на территории Ангарского городского округа было зарегистрировано 5 пожаров, из которых основная доля пришлась на садоводство. Так, в садоводстве «Любители», «Рассвет» и «Родник» огнем были повреждены дачные дома. Погибших, травмированных не было. В настоящее время по всем фактам пожара проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Режим повышенной готовности коснулся и других оперативных служб. В рейды вслед за огнеборцами выходят сотрудники полиции и ГИБДД. Яна Попова, Владимир Селиванов, Дмитрий Новопашин. Местное время.